положительно, очень хорошо вот, отношусь. Но патриотизм, дети должны знать, в какой стране они живут, потому что ну, очень важно. Мы никак не относимся, это к нам никакого отношения. Положительно. Почему? Потому что эта традиция должна быть. Это прививание молодому поколению любви к своей родине. Хотя бы с этого начать надо. Ну, я считаю, что это лишнее. Не знаю, мое мнение такое, что я бы не хотел этого. Просто для какой цели это все делается? Ребятишки этого не поймут, мне кажется, а взрослым это не надо. Я думаю, что нужно понимать, в какой стране ты живешь. Я думаю, даже без политики, просто культ флага, он в любой стране есть. Почему-то турки любят свой флаг, и в каждом городе висят огромные. А в России мы как-то его стесняемся, так что мне кажется, что да. У меня дети в школу не ходят. Честно, вот он у меня пойдет в первый класс, я считаю, что это глупо, потому что у меня нет возможности пораньше его водить. Мне кажется, это лишнее. Слишком много, большая нагрузка, начиная с первого класса у детей. Думаю, это каждый будет для себя сам решать. Для каждого, кого-то надо это, кому-то не надо. Дети сейчас такое поколение растет, понимаете, вот им как бы сильно вот ничего не надо. Но они хотя бы должны знать, что они живут в этой стране, что как бы мы должны гордиться этим. Я жду, у меня аж вот мурашки. Ну, я не знаю, мне кажется, что это очень нужно.